Чемпионат ПФО по греко-римской борьбе – отборочные соревнования на всероссийский чемпионат, поэтому здесь спортсмены из разных регионов стараются выложиться по максимуму. Соревнования принимает Мордовская школа борьбы имени Алексея Мишина, воспитавшая целый ряд звездных спортсменов. Мы на сегодняшний день одна из ведущих школ России вообще в целом, поэтому как бы этот вот именно взрослая команда у нас, она более подготовлена и более готовая. Борцы выступают в 10 различных весовых категориях от 55 до 130 килограммов. Всего в предварительных встречах сразятся 104 спортсмена. В финал пройдут лучшие. Конкуренция серьезная. Здесь собрались сильнейшие спортсмены округа. Соревнования ответственные. Подготовиться к ним важно не только физически, но и психологически. Слабых противников никогда не бывает. Все достойны. Есть сильные, есть хорошие все. Волнение всегда есть при любых соревнованиях. Справляешься, музыку слушаешь, кто как развлекается. На ковре каждый выкладывается по полной. Настоящий борец до последнего не уступит противнику. Подобные соревнования проходят одновременно в каждом федеральном округе. Победители и призеры получат не только награды, но и возможность выступить на чемпионате России по греко-римской борьбе 2020 года. Он пройдет в январе в Новосибирске. Ирина Семенова, Станислав Семин, «Народные новости».